Ну что ж, привет, привет, ребят, всем. Скажите, как звук и баланс, если сейчас не слишком громко что-то настроен. И давайте, наконец-то, начнем. Долгожданная многими Данганронпа 3, наконец-то. Ну, вообще-то она вышла уже как год назад, но наконец-то я займусь ею и постримлю. Меня об этом многие просили. Давно ждали, и наконец-то пришел этот момент. Сперва скажу большое спасибо Lucky Boy, который, собственно, и является виновником того, что у меня игра появилась. И, собственно, по сути, он мне всю игру, точнее, мне игру дал. Так что спасибо Lucky Boy. И еще немного Каспер 13 тоже помог. Им обоим большое спасибо за предоставленную игру, которую, собственно, я буду стримить и, как обычно, переводить. Собственно, я надеюсь, все будет примерно в духе, как мы были, как было со второй части давно. Если кто-то помнит, это был один из самых, ну, интересных для меня стримов и оставил, скажем так, положительные эмоции в душе. Вот, это было еще момент, когда многие из вас, да вообще мало кто знал про Данганронпу, мало кто был знаком с оригиналом, то есть с играми, особенно со второй частью и так далее. Ну что ж, ну сначала пару слов. Так, во-первых, те, кто смотрит на ютубе записи, знаете, все у всех записей до последней части будут комментарии закрыты в избежание спойлеров и, собственно, чтобы не ломать кайф тем, кто это смотрит. А то со второй частью у меня были проблемы, что там много спойлерастов, которых я всех перебанил. И, собственно, не хочу, чтобы они снова набежали. Поэтому, если вы захотите поделиться вашими мыслями и так далее, или приходите на стримы, которые сейчас идут, или уже в последней части на ютубе, когда будет выложено. А это будет не скоро. Сразу говорю. Игру я буду проходить в своем темпе, не спеша. У меня тут и работа, и так далее, поэтому, не знаю, в день буду уделять по 2 часа, как пойдет, как пойдет. Так что... Итак, и самое последнее, я вам, ребят, напоминаю, что это стрим, это прямой эфир. Если кто-то будет спрашивать, а с кем он разговаривает в записях, ребят, я разговариваю с чатиком. Это не ролик, подготовленный заранее, с переводом заранее сделанным, изначально пройдя игру и потом как бы делая перевод, потом делая редактуру. Нет, ребят, все это делается в прямом эфире. Есть чатик, с которым я общаюсь постоянно. И, собственно, есть игра, которую я читаю текст и сразу перевожу на лету. Это что значит правильно? Это, по сути, свободный перевод в каком-то смысле. Без редактуры, без... Это не профессионал. Кому нужен профессионал, ну, ребят, обращайтесь к профессионалам, они там вам сделают за определенную сумму, скорее всего. А это я делаю чисто для души, для себя. Кому не нравится, закройте браузер, забудьте про это место, уходите отсюда. Выход вон там, во-первых. Да. И, само собой, надо сказать, что... Собственно, как всегда, наверное, все и так знают, но некоторые не знают. Во-первых, ребят, русский — это не мой родной язык, я его учил сам. Мой родной вообще румынский, а разговариваю я последние 10 лет большинство на итальянском. Поэтому и буду переводить так, как я умею, и как я знаю. И, само собой, так как это английская версия, скорее всего, могут быть какие-нибудь ошибки в диалогах, скажем, только на этих классных судах, где есть озвучка японская. Ну, может, буду подправлять, если будут серьезные ошибки. Все, надеюсь, никаких вопросов нету больше. Если есть, давайте их быстро сюда, и если нет, то давайте начнем уже. Приступим. Начнем следующее убийство. А, ну и да, само собой, ребят... Не спойлерите, отряд модераторов в чате есть, вас всех быстро перебанят и отправят туда, куда нужно. Так что никаких спойлеров, никаких
подсказок, если я их не прошу, и никаких намеков на то, что там будет. Что такое кроссейв? Кроссейв — это когда ты можешь, не знаю, играть на PS4, а потом взять PS Vita и продолжить играть на ней. Или пойти на ком, так как она и на компьютер вышла. Так что играй где хочешь, передавай сейвы туда-сюда, не знаю. Сегодня пошел на работу, взял Vita, поиграл там, пришел домой, сел перед телеком или перед компом, продолжил играть. Вот. Кому-то это нужно, кому-то это не нужно. Мне насрать, если честно. Потому что я буду это стримить. Ну что ж, нет вопросов? Ну тогда погнали. Так, мне просто загрузить сейвы из домоверсии, если есть. Ну, домоверсию... Да, кстати, кому нужна домоверсия, она была пройдена еще... Японка давно. Можете посмотреть. Так, окей, мне дали бонусы. О, монетки. Скилл Макина Ган. Круто. И подарок. Спасибо. Так, японская озвучка. Берем оригинальную озвучку. Потому что я ненавижу английскую. Она не очень. Я хочу услышать настоящие эмоции. Ничего. Ни света, ни звука, ни формы, ни голос, ни знания о том, кто я. Кто я? Я кто? Я протянула руку. Рука, которая принадлежит никому. Чтобы ощупать свое существование. Это я. Меня зовут Акамац Каэде. Я только что вспомнила, кто я такая. Приятно познакомиться. Я. Я главная героиня этой безумной истории. Ребят, я буду произносить имя и фамилию. Ну, собственно, как принято в японской версии. И как это звучит. Сначала фамилия, потом имя, а не как в английском. Ошеломленный, я выскочила из шкафа. Но как только это сделала, я упала на пол. Ауч. Я даже не смогла понять, что это за удар. Как внезапно все в моих глазах затуманилось. Ауч. Но благодаря этой боли я смогла перейти из ошеломленного состояния в раздражительный, причем быстро. Подождите, где это я? Что это за место? Я потеребила свой лоб. И да, тут определенно останется шишка.
Я осмотрелась вокруг. Класс. Да, это класс. Хорошо. Но я его не помню. Где-то я? Что я здесь делаю? А, это сон. Я просто должна ущипнуть себя, верно? Я ущипнула себя за щеки. Но все, что это сделало, лишь принесло мне боль в две части головы вместо одной. Окей, подождите секунду. Так, давайте просто успокоимся и все обдумаем. Насколько бы я ни была запутанной, я попыталась вспомнить, как я очутилась тут. Но независимо от того, как усердно я пыталась это сделать, в конце концов я просто не смогла. Воу! Внезапно из шкафчика рядом с моим... Нет, внезапно шкафчик рядом с моим начал качаться и трястись, делая всевозможные шумы. Испуганной я повернулась. Дверь медленно открывалась у шкафчика и... Парень упал оттуда. Обычный парень, одетый в школьную форму. На самом деле, он, может быть, является старшеклассником тоже. Он выглядел сбитый с толку. И когда он медленно поднял свою голову, он закрикнул, как будто увидел монстра. Упал на задницу. Я отскочил назад. Кто ты? Ты с этими другими парнями? Другими парнями? Ну, людьми, которые похитили меня. Похитили? Где это я? Ты... Что собираешься со мной сделать? Эй. Так. Остановись, держись, подожди. Так, я крепко схватила его за плечо. Как тебя зовут? Сейхара Шуичиро. А я Акамацу Каэда. А теперь послушай меня, Шуичи. Заткнись! Ты не единственный, кто сейчас запутался. Извини. После того, как его заткнуло, я решила перемотать все в своей голове. Точно. Меня похитили тоже. Я шла своей обычной дорогой в школу, как вдруг кто-то засунул меня в машину. Я закричала, прося о помощи, но никто не пришел спасти меня. Все делали вид, будто ничего не случилось. И тогда я подумала, какой же этот мир гнилой-то. А затем я потеряла сознание. Привет, ребят, всем. Добро пожаловать. Мы только начали. И когда я проснулась, я была внутри шкафчика. Со мной то же самое. Нас похитили одни и те же самые люди? Похоже на то. Но почему я? Моя семья не богатая, я не особая. Я просто обычная старшеклассница. Нет никакой причины похищать меня. Но меня тоже, я просто обычный парень. И... Это школа, да? Почему они привезли нас в школу? Интересно, почему? Здрасте! Я уверен, что вы сейчас запутаны. Вы думаете, где я? Ну, я этого не могу объяснить. Но я как минимум могу объяснить вам основы управления. Используйте левый стик для того, чтобы управлять сеткой экрана.
Когда у вас есть цель в вашем прицеле, нажмите кнопку X для того, чтобы изучить его. Используйте правый стик для того, чтобы контролировать взгляд. Очень хорошенько оглянитесь, что вас окружает. Вы также можете нажать R1 для того, чтобы разбивать объекты вокруг. Кто знает, вы, может быть, сможете найти что-нибудь удивительное. Вы всегда можете нажать L1 для того, чтобы вернуть объекты в их исходное положение. Так что расслабьтесь. Однако, не каждый объект может быть перемещен. Спасибо за понимание. Если вы нажмете треугольник, то активируется таинственная сила исследования. Извините, я знаю, что слишком много информации. Но если вы что-нибудь забудете, вы всегда можете нажать Option для того, чтобы посмотреть элемент управления. Изучите это место тщательно. Именно так вы сможете продвинуться по истории. Понимаете? Окей. Нам дали функцию, которая, по сути, на сюжет и на окружающий мир никак не влияет. Это просто для собирания монеток и так далее, как я вижу. Это забьем. Так, давайте поговорим. В любом случае, давай просто успокоимся и подумаем. И прости за то, что я закричал на тебя ранее. Все нормально. Я тоже не должен был кричать на тебя. В любом случае, это место странное. Ты не думаешь, что мы ввязались в нечто очень плохое, не так ли? Нечто очень плохое? Что происходит? Во что мы ввязались? Или во что нас втянули? Знали бы вы, в каком дерьме находитесь. Мы проснулись внутри этих шкафчиков. Но почему мы вообще были в этих шкафчиках с самого начала? Хороший вопрос. Это доска. Верно? В каждом классе есть такая, но... Эта доска также ЖК-экран. Это нечто, что не каждый день можно увидеть. Она в универе тоже такие были. И это было сколько? Еще 3-4 года назад. У нас в Италии. Я думаю, что в России есть места, где это было. Где я? Почему меня похитили? Кто похитил меня? Я вообще не понимаю этого. Но это не важно. По крайней мере, пока. Эй, просто давай уберемся отсюда как можно быстрее и попытаемся найти помощь где-нибудь. Да, хорошая идея. Мы побежали настолько быстро, насколько могли, в сторону двери класса. И открыли ее всей нашей силой. И затем... Черт, да, нашел вас! Чё? Монстр? Это плохо! Нам нужно валить отсюда! Да! Стоять! Да. Мехи, хорошее начало в игре уже. Каэда, сюда! Так, окей, погнали. Так, вниз. Опа. Сильно сделаны эти переходы. Не иди туда, сюда! Да иду. Так. Привет, ребят, новым прибывшим. Добро пожаловать. Я напоминаю людям на ютубе, которые в танках
Я разговариваю тут с чатиком параллельно. Это стрим, это запись стрима, а не заранее сделанный ролик с переводом. А, господи, что это за штуки вообще? Поэтому иногда я могу ошибиться, поскольку я не знаю, что дальше будет. Я впервые прохожу уже эту игру. Так что, ребят, в чате, если что, дайте знать. Ладно. В то время, когда мы отчаянно открыли дверь, то мы увидели то, что не ожидали увидеть. Чего же они там увидели? О, мата дори какие-то. Еще народ прибавился. За вами тоже шли все эти монстры. Да? Что они вообще такое? Что они хотят от нас? А вы хотите, чтобы я проверил, что происходит? Нельзя, это слишком опасно выходить туда наружу. Но, вероятно, эти монстры все еще скрываются неподалеку. Подождите. Я кричала, что есть мочи. Кто вы, ребят? И что важнее, почему я тут? Ну, собственно, с этим нас 16. Что? Ну, я говорю насчет нас. Нас 16, и мы все старшеклассники. Как ты думаешь, что это значит? 16 старшеклассников. Это означает веселье и мясо. А, точно. Я же не ответил на твой вопрос. Меня зовут... Ну, я могу сказать свое имя. Меня зовут Амамия Рантаро. Давай оставим это на потом. Окей. В любом случае, какая разница, если нас 16 или нет? Может быть, там еще придут? Нет, я думаю, что тут уже все. Ну, если это то, что я думаю, так или иначе. Если это то, что ты думаешь. Что? Ты какой-то чертов всезнайка, что ли? Если ты что-то знаешь, то говори давай. Это было в тот момент, когда неизвестный голос вдруг эхом раздался по всему спортзалу. Окей, всем тихо, всем сидеть. Да нет. Нужно говорить. Всем сидеть. Окей, это игра слов какая-то. Кто это? Где они? А вот и... Спасибо за то, что вы с нами! Ну... Срань! Еще больше монстров! Мы окружены! Это не монстры! Это... Экзайлы! Да, это высокомобильные, двуногие оружейные платформы. Оружейные? Нам что, показать... Нет, нам что, доказать это, кого-нибудь убив из вас, что ли? Не, подождите минуту. Нет ничего забавного в том, чтобы просто убить ни на что негодных простолюдинов. Да, ты права. Нам, по крайней мере, стоит придумать какой-нибудь интересный способ убить тебя. А может быть, я возьму и сожму тебя до тех пор, пока кишки не выйдут наружу? Ну, как зубная паста. Пожалуйста, не как зубная паста. Ух, я себе это вообразила. Ах, вся эта жестокость, просто не могу вынести ее. Тогда как насчет того, если мы начнем вас... ваши конечности резать один за другим? Ну, прямо как... сыр. Пожалуйста, не нужно нас как сыр резать. Подожди. Мы не можем их убить с помощью эксайлов.
И согласно расписанию, экзайлы не должны появиться до конца. Да, но мы как бы сейчас как раз уже находимся в экзайлов. А? Да, действительно. Вот мы облажались. Мы не должны были, блин, появиться вообще в экзайлов. Но я ж тебе сказал, что нужно читать сценарий. Нет, ты не говорил. Ну... Тогда почему нам просто не выбраться из этих мехов? Я не думаю, что уже поздно. Да, давай так и сделаем. Хорошо, готовы? Да, окей. Чё? Эй! Видите? Мы вышли из наших экзайлов. Мы больше не так уж и не такие уж и страшные, верно? Верно? Он отчаянно пытается смести этот страх. Вы ублюдки! Вам лучше взять себя в руки. О, господи, он опять их напугал. Я посланник из глубин. Нет, я адский посланник из глубин ада. Пришел, чтобы затащить вас в ад. Не-не-не, Монокит. Ты сказал слово ад слишком много раз. Это уже разрушает впечатление от слова ада. Что, черт возьми, это значит? Эй, а что с этими, ну, плюшевыми животными? Как они вообще двигаются? Понятия не имею. Движущиеся плюшевые животные. Да. И на вершине всего прочего, похоже, они называют себя монокубами. Движущиеся плюшевые животные. Монокубы? Подожди. Вы, ребят, называете себя монокубами? Не нужно беспокоиться и вообще о чем-то спрашивать Монодама. Он разговаривает только с близкими друзьями. Да уж. Годы жестокого обращения с ним. Действительно... сделали брешь в его сердце. Разве не так, Монодам? Монодам, ты даже не откроешь свое сердце для меня? Похоже, я был прав. Это именно то, о чем я подумал. Но кто стоит за всем этим? И зачем этот смешной театр? Заткнитесь вы все! Вы все что-то слишком нормально среагировали на все это скучно. На самом деле их одежда кажется тоже скучноватой, не? Подождите секунду. Вы думаете, что может быть они не получили первую часть воспоминаний еще? Но это должно было случиться до того, как они проснулись. Эй, ответьте на мой вопрос. Если вы, ребят, монокубы, то... Эй! Кто, черт возьми, ты такая? Шпана! А? Что вы имеете в виду? Ну, нам просто интересно. Вы, ребят, имеете... Так, ребят, насчет слова Ultimate. В предыдущей части говорил и переводил ее как ультимативный. В этой части абсолютный или... Или можно невероятный. Давайте невероятный лучше будет. Так, ну, красивее звучит, наверное. Лично мне нравится.
Так что будет невероятный что-то там. А в японской версии там супер студент старшей школы что-то там. Но я буду использовать невероятный. Нет. То же самое, по сути. Нам просто интересно. У вас, ребят, есть невероятные таланты или что-то типа подобное? Невероятные таланты? Я такого не имею. Ну, у меня есть навык, которым я посвящаю себя, но я бы не назвал это невероятным талантом. Ну, я тоже. У меня нету ничего особого. И то же самое. Я так и знал. У них не вот ту первую часть воспоминаний. Монофония. Разве не ты отвечала за это? Она заснула? Вам, ребята, она кажется очень усталой? Да она абсолютно точно притворяется. Даже если она притворяется, она выглядит слишком спокойно. Давайте шепчем ей что-нибудь на ушко. Давайте шепчем ей на ушко, чтобы не разбудить ее. Ну, если ты так говоришь. В любом случае, если вы, ребят, действительно монокубы, то... Да не беспокойся ты о нас. Настоящая проблема — это вы, блин, ублюдки. Ну, проблема — это, мягко говоря, на самом деле, это просто огроменная проблема. Вы все забыли свои таланты и стали обычными старшеклассниками. Забыли? Видите, согласно предыстории, есть невероятная охота, что идет. Но вы все потеряли свои воспоминания и стали совершенно другими людьми из-за невероятной охоты. О чем вы говорите? Ну, ваше нынешнее состояние... Нет, в вашем нынешнем состоянии это почти что бессмысленно с вами о чем говорить. Да, первое, что нам нужно, это чтобы вы вспомнили свое истинное я. Да, вы должны вернуть ваши запечатанные таланты. Вы должны восстановить свои воспоминания. Чё? А вы уже проснулись? Я чё-то не догоняю. Что это за запечатанные таланты, о котором вы говорите? Да как мы вообще можем вам что-нибудь сказать, когда вы продолжаете задавать так много вопросов? Да, мы не какие-то быстроногие певцы, которые приземляются на своих будущих бывших парней. Давайте это уже сделаем. Никто не хочет смотреть на кучку обычных старшеклассников-нытиков. Сперва нам нужно обновить ваш гардероб, чтобы вы, ребят, выглядели симпатично и элегантно. Да уж, Sailor Moon. Окей, они и разработчики поролись в этот раз. Ладно. Что на меня надето? Ах, выглядит прекрасно. Вы теперь больше похожи на невероятных. Невероятных? Серьезно? Дальше. Память, которую
который вас ждет. Черт, да, готовьтесь! Как только печать будет сломана, вы попадете во владение убийственной игры. Будем так говорить. Убийственная игра. Ну, итак, после флешбэк света, который поможет вам вспомнить ваши удивительные таланты. Эта удивительная история начнется по-настоящему. Чё? Это такой троллинг, да? Окей, ладно. Ну что ж, ребят, продолжение тогда следует после небольшого перерыва. Те, кто смотрит это в записи, ребят, знаете, что один стрим может длиться, там, как я уже говорил, и 2 часа, и 5 часов. А записи будут порезаны там, ну, там, по 40 минут, по часу, когда я буду делать вот такие маленькие перерывы. Так что имейте в виду. Такие дела. Так что спасибо, ребят, тем, кто смотрит. Надеюсь, вам нравится. Нравится. И чем больше вас будет, чем вы больше будете поддерживать там и лайками на Ютубе, и в чате Гудгейма, тем больше у меня будет желание и воля дальше продолжать эту игру и стараться еще лучше переводить и так далее. Так что все, ребят, в ваших руках. Ладно, увидимся в следующей части, те, кто смотрит на Ютубе. А те, кто смотрит прямой эфир, ребята, увидимся через пару минут.